Гражданин адвокат. Я вас слушаю. Да, здравствуйте. Мы с вами уже разговаривали. Это я вот. Секундочку. Давайте так. Вы сейчас выйдете, если подождите секунду, там это сейчас проверить кое-что хочу. Сейчас я Маруку человека напротив пойду. А адвоката вы ему предоставить не хотите по его требованию для начала? Да он не хочет, бля, ему вообще похуй, видишь, идет, бля. Вы запросили адвоката? Кто требует? Гражданин требует адвоката, при вас сказал несколько раз. Поезда. Дружище, откуда дружище. Ну скажите я еще раз на камеру, что вы требуете адвоката. Да, да, я требую. Я сказал, что господин. Граждане, офицеры, можете задержать вашего гражданина, это офицера? Вы начали по мне открывать огонь просто так. И, ладно, просто откат на лидера, жди откат на лидера. Нет, нет, нет. Там 5 машин было. Офицер Дэн. Мне срочно нужна помощь. У вас вот человек опять не предоставляет адвоката, вот офицер ваш опять. Нарушает 16.1.1. Это клоунада. Сейчас, секундочку. Ва, дело пошло. Не хочу. Он даже не представился. Мне некомфортно. Можно я не хочу? Мне некомфортно. Не-не-не, я не про... Я вот говорю про гражданина вашего в маске, который ходит, вот про этого офицера, это уже не первый раз. Ну мне некомфортно лицом к стене стоять, можно я не буду вставать? Что простите? Слушайте, если честно, он вот ну, не вменяем. Я знаю, я и говорю, он уже достал, я уже несколько раз его замечаю за нарушением 16.1.1. У нас тоже всех уже достал. А, я вас понял. Ну, на него иск составлен уже, как бы, если что. Товарищ. Да. Извините, можно я там пойду позанимаюсь? Да. Да, не знаю. Может, его обронили. Может, в кармане в каком-то иск. Не знаю. Надо посмотреть. Здравствуйте. Вот моя почта, ознакомьтесь с видео доказательствами, пожалуйста. А, я, может, сначала как-то должен объяснить что-то? Не интересует. Предоставьте видеофиксацию. Как бы человек меня ударил? Предоставьте видеофиксацию. Вы даже не представились, отпиздили меня, блядь, в хобби, притащили сюда. Сейчас, гражданин, вам Миранду зачитали, можете хранить молчание пока. Хорошо, я буду с ним говорить, он хороший. Погодите, я посмотрю, сейчас записал ли это. Да, хорошо. А то фрагмент, блядь, запишет, и пиздец. Блядь. Офицер, ну, хватит нарушать, пожалуйста, этический кодекс, как минимум. Ой-ой-ой-ой-ой, как нехорошо. Ой, страшно. Страшно. Так, сейчас посмотрим. Сажа, Алан, что-то случилось? Ты просто взял адвоката Маркуса. Да, мы там тоже по делу параллельно разберемся. Так это забыл, о чем мы говорили, Сажа? По поводу... А, я вспомнил. 10-3, да. Да-да-да. Слушайте, Дана, вы мне не напомните статья за незаконное задержание? Это у нас какая? По-моему, я вот помню то, что это, по-моему, было то ли 16, то ли 17 глава, не помните точно какая. По-моему, 17, да? 17, по-моему. Еще раз, незаконное задержание? Да. Неправомерное. Да, он еще не писал адвоката представлять. Я расслышал, что вы сказали. Угу. Он сказал только 3 раза это. Больше нет. Что у нас, я понять не могу. Открытый вот двор, что ли? Да. Лис. Сейчас я просто закрою на кодовый замок, внутри дверь.
Да, сейчас найдем, надо постараться. А, 16.5, вот точно, точно вспомнил. Кстати, а что там сотрудник-то говорит по поводу этого? По поводу 10.3. Я ничего много нить повествования потерял. А, ну человека вообще привели в КПЗ, он вот проходил рядом с зоной КПЗ, сказал еще раз, то, что вы во время того, как ему зачитывали меранду, после слов, то, что вы имеете право на адвоката, он несколько раз сказал то, что требую, да. Его, значит, офицер обыскал, уже повел арестовывать, пока я с криками, воплями опять не подбежал и не начал его говорить о том, что вы ему обязаны предоставить адвоката. Я не расслышал. Он промявлял. Нет, он говорил это громко. Иначе не услышал. Возможно, у вас проблемы со слухом? У меня нет проблем со слухом, но мне маска надета. Маска закрывает, видите, ухо там, ножка. Снимите ее там. Нет, я детектив, а моя психическая речь. Ну, а кто кроме вас знает, что вы детектив, простите? Ну, есть такие люди, которые знают, которые не должны знать. А с этим людьми ручка пожата. А это плохо. Если не видишь, что работа в полиции, это все. Это плохо. Мне это не надо. Так, но суть все. Адвокат здесь, задержанный здесь. Да, я только видеофиксацию ждем. У вас она есть? Сейчас. Я жду. Загружает. Я запускаю ее. Рассматриваю. У меня есть процесс задержания, я сейчас смотрю, я не расслышу. Типа, на записи расслышу, было слышно, но сами не расслышали, так сказать. Так. Бля, ребят, может одеться, да, здесь, блядь, холодно, так-то. И тепло. Да как, может быть, в подвале тепло? Это не подвал, но... Почему? Это подвальное помещение, первый ярус. Я понял. Сейчас, погодите, запускается. Ебать, как что? Да я, блядь, найти не могу. Либо она не записалась, либо я не нажал на кнопочку. Кто знает. Слушай, а ты если что его задержишь? Так, Маркус. Да? Че говоришь? Запись у меня отсутствует. Говорилось? Задерживаю его. Заведомо незаконное задержание 16.5. У вас отсутствует запись? Какого? Подожди, который маски стоит? Да, я думаю про отпускать человека. Мне потом еще... Конечно, отпускайте. Да. У него он... Это Иван. Задерживаю по 16.5. Сейчас, подождите секундочку. Сейчас ему наушники все понабродят. Секундочку. Ой, слепо. Я же наручники обратно на оточеский поезд. Блин, ты хочешь, чтобы сейчас я Ваню взял? Да блин, ну... Опять же, типа, он постарше. Давай я заберу, только на твоей совести будет. На какой моей совести? У меня видеофиксация, он говорит, у меня нет видеофиксации. Ну, блин, понимаешь, типа, он старше меня, ну, блин. Я типа, не понимаю. Господа, можно кого-то старшего по званию? А можно ваши документы еще, кстати, пожалуйста, офицер? Про жетоны будет достаточно. Ну, жетон, хорошо. Не, зачем? Я еще... Моего жетона будет достаточно, чтобы мы все зашивались. А можете, пожалуйста, своего начальника вызвать непосредственно? Давай, еще цепану тогда. Слышишь? Пойдемте на выход, уважаемый. Цепану его или что? Не-не-не, начальника вызови. Я его уже потом это... У него начальник такой же... А, пофигу, начальника департамента вызывай.